Страйкбольный пистолет USP от китайского производителя ЦИМА. В комплекте небольшая инструкция, сам пистолет, небольшое количество шаров, зарядное устройство, аккумулятор и лоудер. Пистолет пластиковый с металлическим затвором. Есть съемная планка Picatinny. Если она вам не нужна, вы можете ее снять. Принцип действия электропневматический. Имитации отдачи нет. Затвор не двигается. Органы управления отличаются от боевого. Переключатель режимов огня имеет три положения. Предохранитель, одиночный огонь и очередь. Кнопка сброса магазина находится под гардой спускового крючка. Она двухсторонняя. Имитация курка служит для отмыкания затвора и доступа к аккумулятору и регулировки хоп-апа. Чтобы произвести выстрел, необходимо зарядить и установить аккумулятор. Наполнить магазин шарами, примкнуть магазин, снять пистолет с предохранителя, можно стрелять. Следует отдельно уточнить, что магазины от USP имеют немного другую форму и не совместимы с другими электропневматическими пистолетами от ЦИМА.